Всем привет-привет, меня зовут Женя Гейн, и сегодняшнее видео будет о покупках косметики и аксессуаров из Америки, йо-хоу! А также в конце этого видео будет очень классный новогодний конкурс. Да, я решила в честь наступающего праздника сделать вам приятное, сделать для вас конкурс, и призы тоже из Америки. Будут два победителя, и в конце этого видео вы узнаете, что же это за конкурс. Многие из вас знают, что у меня был два раза отказ в визе с США, и до сих пор я не могу туда попасть. В общем, не хотят они меня там видеть, не хотят. Вот знаете, когда не пускают или когда что-то запрещают, то это еще больше хочется. Вот столечко я приближаюсь к Америке, совершая там покупку. Все покупочки, которые я вам сегодня покажу, были заказаны на одном единственном сайте, на сайте nordstrom.com. Я обожаю сайт Nordstrom, там есть и косметика, и одежда, все что угодно для мужчин, для женщин и для детей. Есть одна проблема, конечно, в этом сайте, то что он не доставляет напрямую товар, который вы выбираете, который вы покупаете в ваши страны, в наши страны. Страны СНГ, то есть Россия, Казахстан, Украина, Белоруссия, вот вам. Nordstrom не доставит это вам напрямую, поэтому приходится пользоваться услугами посредника. Я часто, практически всегда заказываю косметику через сайт Бандеролька. Обожаю этот сервис, они очень быстро доставляют мне мои покупки. Я буквально 2 недели назад заказала, и вот мне посылку доставили. Сзади меня там все. Ну, потом покажу. Потом. Конечно, вы уже 100 раз слышали эту систему. Вы регистрируетесь на banderolka.ru. Вам Бандеролька выдает американский адрес. Этот адрес вы вбиваете везде в магазинах, где совершаете покупку. То есть это адрес склада, на который магазин доставляет вам товар. Потом Бандеролька формирует ваш заказ в одну коробку. Хотите в 2 коробки, хотите, но лучше в одну. И отправляет к вам в страну. Может сфотографировать для вас, чтобы вы убедились, что все на месте, все чики-пу, все всегда качественно упаковано. Вот в этот раз я заказала себе очки, очень крутые, вы сейчас их увидите, я в них влюблена. Кто давно смотрит мой канал, прекрасно знает, что я обожаю очки, я примерно раз в год обновляю свою коллекцию, покупаю новую модель, и в этот раз я заказала себе очень крутые и самые дорогие очки из всей моей коллекции, вы их попозже увидите, но они просто космические. Да, многие удивляются, как я заказываю без примерки, ну вот у меня чутье какое-то, я уверена, что эта модель мне подойдет, и когда мне доставляют, я была права на 100%. Чаще всего Бандеролька выкупает вместо меня товар на складе, я просто зачисляю им деньги на счет. Потому что у меня бывает карта глючит реально. Бывает, что я своей визой просто не могу расплатиться в каком-нибудь интернет-магазине. Либо это интернет-магазин специально не принимает мою карту. Поэтому я, чтобы не заморачиваться, а то, знаете, вроде оплата прошла, 2 дня проходит, а вам приходит уведомление. Ваша оплата не прошла, а вы 2 дня уже потеряли, понимаете? И я лишний раз, чтобы не париться, я скидываю свои деньги в Бандерольки при помощи PayPal, можно через карту опять, и они сами выкупают мой товар. Я просто скидываю им позиции, ссылки, название, цвет, размер и так далее. Все это там заполняется очень легко, у них специальная есть графа, они сами все выкупают. Понимаете? Потом вам приходит только сообщение, что весь ваш товар на складе, и вы дальше его там все, вы можете сами заполнить таможенную декларацию, можете попросить их, они вам подскажут, как легче. Там всегда есть онлайн-помощь, которая вам с удовольствием сразу поможет. В общем, очень все организовано и круто. Вы можете в интернет-магазинах не за один день покупать что-то, да, а в течение недели, либо нескольких дней вы можете сделать заказ, пока все доставят, они будут ждать вас, и когда уже окончательно все доставят на склад, они сформируют одну общую посылку. Можете не переживать. Хранение посылок 45 дней бесплатно. И, кстати, для шопоголиков одна прекрасная новость. Скоро в Америке черная пятница. Будут грандиознейшие распродажи на сайтах и так далее. Поэтому поторопитесь, закажите что-нибудь себе, потому что скидки будут очень крутые. Черная пятница будет 27 ноября, поэтому поторопитесь. Изучите подробнее эту информацию. Ссылку на эту информацию про черную пятницу я оставлю под своим видео. Посмотрите. Давайте покажу я, что заказала. Заказала я себе 3 помады. Я же фанатка помад. Фанатка очков, сумок, часов и помад. Это для меня какой-то фетиш. Еще жвачки, блокнотики. Ой, долго это перечислять.
Подождите. Так, первая помада от фирмы MAC. Я знаю, что у нас MAC представлен в Алматы, но иногда просто, знаете, там остается какая-то маленькая сумма, там $16. Нужно что-то выбрать или 18, сколько стоит эта помада. Думаешь, давай помаду MAC. Тем более я обожаю MAC, помада у них очень красивая, у меня розовый оттенок. Название Girl About Town. Помада, которая сейчас на моих губах. Темная, темно-фиолетовая, темно-бордовая, бордово-фиолетовая, что-то с черным. Очень яркая такая готическая помада, но они сейчас осенью в моде, как обычно. Матовая она, комфортная на губах. Это Dolce & Gabbana, оттенок у меня 333. Для кого-то, конечно, этот оттенок чересчур яркий, но не для меня. Еще одна очень желанная помада от Tom Ford. И это была моя мечта. Косметика Tom Ford считается очень хорошая, дорогая. И я мечтала что-то там приобрести. Я заказала себе помаду и кое-что еще вам покажу. Но помада просто восхитительная. Она красная, матовая. Я думала либо MAC заказать, там Russian Red, по-моему. Еще там какие-то красные. Но в итоге решила заказать себе чисто классику Tom Ford. Красную помаду, очень комфортная на губах. Потому что у меня есть матовая помада Nuba 7, но она облазит так отвратительно какими-то хлопьями. В последнее время она мне вообще не прикалывает. Хочу показать очень-очень классный хайлайтер. Двойной хайлайтер, тоже от фирмы Tom Ford. Я еще фанатка хайлайтеров. Да, вы знаете, у меня коллекция, в принципе, не маленькая. И в последнее время я пользовалась двумя хайлайтерами. Это NARS и MAC. Один хайлайтер я днем наносила, второй более такой золотистый вечером. Когда я увидела эту новиночку от Tom Ford, это хайлайтер двойной, светлый оттенок и темный оттенок. И почему-то, если вот посмотреть на эту палетку, то цвета кажутся чересчур белый и чересчур коричневый, то есть странные цвета. В этом оттеночке в светлом присутствует золотой блеск. Он не розовит, а именно, вот знаете, золотой такой благородный. Днем очень круто использовать этот хайлайтер, он подсвечивает скулы. Я в него влюбилась. Очень деликатное, мягкое сияние, нету вот этих блесток шиммерных. Я просто его обожаю. Второй хайлайтер более темный. Он мне, знаете, даже напоминает румяна. Если нанести этот темный хайлайтер просто на яблочки. Вот сейчас, кстати, он у меня на яблочках. Я еще пока не знаю, как это выглядит на камере. Я потом посмотрю, так я себе создалека вижу. Но в жизни смотрится очень прикольно, так, знаете, свежо. Можно два вместе использовать хайлайтера. Например, вот этот под бровь, во внутренний уголок глаза, над губой. А вот этот хайлайтер использовать чисто на скулы. Но этот хайлайтер только вечерний, он потому что яркий, он очень мерцающий, иллюминаторы называют, хайлайтеры, иллюминаторы, это в принципе одно и то же. Короче, это дневной, это вечерний, но палетка просто шикарная. Здесь большое зеркало, и эта палеточка идет в бархатном футляре, главное не уронить, потому что я люблю ронять, и все у меня вдребезги разбиваются. У меня эта палетка в оттенке 01 Mood Light. И теперь кульминационный момент, я вам покажу очки моей мечты. Это просто космические очки от фирмы Fendi. Это самая дорогая, еще раз повторюсь, покупочка за все мое время. И посмотрите, как они круто смотрятся. Может быть, кому-то не понравится, но мне они безумно нравятся. Они идут форма Cat Eyes. Видите, заостренная, а сама линза внутри круглая. Самое главное, чтобы очки вам не давили на щеки. Это очень важно, потому что если очки будут давить на щеки, тогда кожа будет растягиваться и вот так все это. Не надо. Ваши очки должны сидеть у вас на носу. И очки пришли вот в таком кожаном футляре. Это настоящая кожа, то есть все очень дорого. Очки дорогие и футляр. Не хуже. Давайте перейдем к приятному моменту. Я вас тоже хочу порадовать. Не только же себя баловать и радовать, да? Хочу порадовать вас. Объявляю конкурс на две косметички с косметикой от фирмы MAC. Эти косметички я тоже заказала в Америке на том же сайте Nordstrom, доставила бандеролька их, и они очень-очень красивые, эти косметички. Это последняя коллекция, новая коллекция.
И наполнение тоже довольно интересное у этих косметичек. Во-первых, косметички сами по себе не маленькие и очень стильные. Во-вторых, наполнение меня тоже порадовало. Здесь внутри, в каждой косметичке, идет блеск для губ, помада и карандаш. А в одной косметичке красные оттенки, очень красивая красная помада, красный блеск для губ. Все выполнено в лимитированном дизайне, ну, таком вот, не знаю, полосочки какие-то радужные и карандашик под это дело. А во второй палетке тоже блеск для губ, помада и карандаш. Уже в более нюдовом оттенке, очень красивые оттенки, тоже красивейший дизайн. И, в общем, вот такая красотень. Разыгрываю две палетки, будут два победителя. Участвовать могут жители всех стран со всего мира. Вот, давайте расскажу об условиях конкурса. Первое условие, вы должны быть подписаны на мой канал. Второе условие, поставьте лайк этому видео. Третье условие, напишите комментарий под этим видео, почему вы хотите выиграть или почему вы хотите эту косметичку. Вот. Участвуют мальчики и девочки, которым есть 18 лет, потому что у вас есть документы. Если вам нет 18, вы можете вместо вас попросить участвовать маму, папу, бабушку или дедушку. В общем, не спамить, оставьте только по одному комментарию, не нужно писать 100 штук. Вы узнаете о том, кто выиграл, в моем инстаграме я публикую победителей.